Ну, Ася. Ты А повелитель играть? Буратин? Да, вот смотри, ну, сразу нужно всем. Тася себе бревно притащила, нужно всем сразу это бревно. Те не подходят, понимаешь? Он Нет, лежит. три Нет. бревна это как раз таки мало. Надо одно. Что, смотри, все рядышком. Буратино, рассказывай, как дела? Да? Ася, давайте теперь гоняйте его по полу, это бревно. Смотри, лапками вдвоем схватились с шарканом. Так втрое, и Ася там же. Это что за поваляшки такие, а? Вот такие Сивулька. поваляшки. Сива. О, здрасте. А ты что Ну, здрасте, прискакала? вот это вот. Внезапность, мисс внезапность. Да? Прыг-скок. А ну-ка, А давай ты иди. видишь, он на всех сзади такой, кусь. Неожиданный такой. Отвлекательный маневр у него. Да. Куда собралась? А ну, вернулась взад. Блюститель порядка. Удобная подушка, правда? Очень. Главное, мягкая. Да. Уши поджала. Одно, второе, вон третье. А нужно именно вот это. Да? Спасибо, красавчик, какой пушистый. Пушистый, пушистый прям. Ты точно лев? Или точно, точно. Можешь зайти проверить. Да, зайти-то сразу будет понятно, кто тут лев. Один раз зайти можно, не факт, что можно выйти уже. Большой и пушистый. Люди хотят тебе пузико почесать. Скажи, много кто хочет, но может это только папа. Шерхан в засаде, смотри. Его и не Где видно. он? Он под окном прямо в одеяле, видишь? Шерхан, засада это твое. Ты будешь у них разведчиком, да, в прайде? Будешь Будет высматривать мистер внезапность. обстановку, будет разведывать, как там, что. Он будет делать внезапный кусь. Внезапный кусь. Будет в засаде у вас, да? Ну, Симба прям пушистый, плюшевый такой, да? Ой, ой, прям, да? Красавица, красавица. А И ты бревном красавица. поиграть, и вот на гостей впечатление произвести надо. Ася, девочка разносторонняя. Театралка. Да, актриса. Актриса. За ухо его такая. Давай играть вместе, скажи. Давай. Давай покусаем этого буратино. Смотри, зацепляет его. Лежит себе на спине такой, да? Нравится, да? Пузом кверху. Беспредельщики. Зато классная. Лапу грызет. А лапу зачем грызет? Так, Симба, ты чему их научил? Научил Симба, что ли? Ты глянь. Ася, не надо грызть когти. Так, ну куда ты? Куда ты? Ты в гости принес? Сладкие. Принес? Вам приношу, то мячики вам принесу, то вот это колечко. А вы все не играете со мной и не играете. Что ж за гости такие? Симбулька, ну мы не можем. Мы бы поиграли, честно-честно. Но мы не можем. Ася, помогай играть. Давай, интереснее играть, когда вдвоем. Забирай у него колечко. Или втроем. Забирай скорее у него колечко. Посмотри, как он забавляется тут. Да? Да, Кто такой? Забавляется. Кто такой кот-кот? И так, и сяк. Решит, чего от меня хотите? Чего Ой, хотите? Смотри, смотри, две лапы просунул. Бабушки. Ты сейчас оденешь его на себя, да? Да. Аська, ну иди уже к Симбе.
Солнышко. Симба такой классный. Зато в двери не ломится уже. Да, он тоже скучал. Да, то он ломился в двери, а теперь ему хорошо. А сейчас не скучно. В детском саду в этом. Компания есть, хоть ему мелюзга, скажи, но весело. Ну и что? Лучше с мелюзгой, чем одному. Однозначно. Львы все-таки социальные животные. У них группы, прайды. У них активная социальная жизнь.